Здравствуйте, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост». Я его ведущий Олег и мой хвост Акбар. Сегодня мы с вами разучим команду УФУ, то есть первую часть. Я как уже говорил, что все команды, которые мы учим, они состоят из нескольких составляющих. Так вот, сегодня мы будем изучать первую составляющую. Команда УФУ, запретительная команда, которую должна знать любая команда. Классический метод дрессировки подразумевает при выработке этой команды, звуковая команда и отрицательная эмоция у собаки. То есть мы идем немножко другим путем, работаем по методу зоопсихологии, поэтому отвлекаться на велосипедистов, на куски, которые разбросаны, по прикормка заранее, мы не будем идти таким путем. Мы с вами немножко должны выработать у собаки при произнесении команды «фу», собака должна обратить внимание именно на вас. То есть велосипедист проезжающий, собачка другая, но собачка должна обратить внимание на вас. Как это делается? Вот сейчас мы с вами первую часть продемонстрируем. Для этого у нас должна быть подкормочка. Даже если собака у вас не является пищевиком, то есть не мотивирована на зоовитальное, вот как вот, например, мой Акбар, мы с вами можем простимулировать зоовитальную мотивацию. Начинаем тренировку, когда собака еще не кушала, то есть перед ужином. То есть она сейчас хочет кушать, я беру лакомство, которое необычно дается ей обычно в кормлении, то есть наиболее вкусное, колбаса вареная, вот для Акбара вот актуальная тема. Поэтому мы сейчас будем вырабатывать. Значит, вот у меня лакомство. Сейчас меня не будет видно, но это не самое главное. Главное, чтобы было видно Акбар. Пожалуйста, делайте, изучайте, тренируйте эту команду в домашних привычных условиях, для того, чтобы собака не отвлекалась, то есть чтобы не было дополнительных раздражителей. Как это делается? Вы берете подкормку. Вот собака заинтересовалась. Кладете подкормку в сторону, при этом делаете жест, как делаете, когда вы ждать, и говорите «фу». Фу. Ждете момент, когда собака вот посмотрела в глаза, даем, молодец. То есть при команде «фу» она должна посмотреть вам в глаза. Фу. Фу. Посмотрел, сразу даем. Фу. Посмотрел, сразу даем. Видите, дело уже идет быстрее. Это именно первая часть. Вторую часть тренируете где-то 2-3 раза в день, если у вас есть возможность. Не более 1-2 минут. Фу. Молодец. То есть у собаки должно выработаться вот такое вот, как бы, связка эмоций и сигналов для нее. То есть лакомство, запретительная команда «фу», взгляд в глаза, то есть отвлечение от предмета, которому она сейчас уделяет внимание. И тогда она должна получить это лакомство. То есть взгляд при команде «фу» должна посмотреть на вас. Нету никакого ни подергивания ошейниками. Мы не бьем собачку, просто вырабатываем положительную эмоцию на запретительную команду «фу», что собака отвлекается и смотрит нам в глаза. Фу. Молодец. Хорошо. Всегда заканчиваем упражнение на правильно выполненной команде. То есть никогда не подкрепляйте неправильно выполненную команду, чтобы ассоциация, связка в голове у собаки отложилась неправильно. Андрюша с Украины, тебе привет. Это упражнение специально для тебя. Даю тебе несколько дней для того, чтобы ты научился выполнять вот эту вот команду. То есть подкормка в стороне, прямой взгляд в глаза. Собачка, если начинает бежать у тебя, значит, к подкормочке, соответственно, ты ее останавливаешь, укладываешь на место. Удачи! Заслужите доверие, заслужите уважение. И все у вас получится. С вами был канал «Я и мой хвост». Я его ведущий Олег, мой хвост Акбар. Спасибо.